Следующая пара борцов очень интересна. Два чемпиона мира встречаются. Вот сейчас в атаке со спины атакует Буйваса Сайтиев. Буйвасар стал чемпионом мира в этом году. Его соперник из Германии Александр Лайпольд. Он был чемпионом мира прошлого года в весовой категории до 68 килограммов. В этом году перешел в новую для себя весовую категорию до 74 килограммов. На экране министр спорта Северной Осетии, знаменитый тяжеловес, двукратный олимпийский чемпион Сослан Андиев. Буйвасар Сайтиев не боролся на чемпионате Европы, он был зрителем, потому что его забраковали наши врачи. А на чемпионате мира в Атланте они встретились с Лайпольдом в финале. Сайтиев уверенно победил и стал чемпионом. Посмотрите, как интересно. Вот захватывает это руками. Сейчас будет поднимать стойку и бросать назад своего соперника. Да. Вот и поставил лопатками к ковру. Еще 2 балла должны дать. 3-0 ведет Сайтиев. 3-0. Интересный прием проводил. Тяжело от него уходить. Очень чувствительный спортсмен. Длинные рычаги, сам высокий. Ну и Лайпольд не низкого роста. Представляете, каким он был высоким в категории до 68 килограммов. Не хочется делать прогнозов, но мне кажется, что на Олимпиаде в Атланте именно вот эти борцы будут бороться за высшую награду. Смотрите, очень интересная завязка. В атаке, казалось бы, Лайпольд. Но вот там за ноги, за голеностоп его прихватил Сайтиев. И может переиграть в этом моменте. Точно. Точно. Уже не упустит. Бал не упустит. Если бы борьба была в стойке, вот это положение у Лайпольда очень выгодное. Он любит, когда к нему так ноги проходят, и переигрывает своих соперников, переворачивает. Но в данной ситуации я боюсь, что Лайпольд не сможет переиграть и отдаст бал. Да, да. 4-1. Вот, прошу прощения, 4-0. Ну что, второй очень очный поединок Сайтиева и Лайпольда. И значительно увереннее переигрывает в этой второй встрече Буйвасар Сайтиев своего соперника. 4-0. Ни одного балла пока не удается чемпиону мира прошлого года Александру Лайпольду отыграть у россиянина. Судья показал, что за пассивность хочет наказать Лайпольда. Сейчас тоже обоюдо острое положение. В ногу прошел Буйвасар Сайтиев. Но растянувшись телом своим, посмотрите, забегает за спину. Забежит или нет Лайпольд? Может поднять, перевернуть. Тоже один из коронных приемов Лайпольда. Нет, спокойно, спокойно себя чувствует Сайтиев в этой ситуации. А вот сейчас попробует использовать вот этот захват. Вы знаете, очень схватка напоминает поединок болгарина Валентина Иорданова. Сумел все-таки Александр Лайпольд отыграть 1 балл, но катастрофически мало времени остается до конца этой встречи. Да, время заканчивается, и победителем здесь становится Буйвасар Сайтиев. Победил чемпион мира. Двукратный чемпион мира. Буйвасар Сайтиев. Тяжелая была встреча для обоих борцов.